впереди еще назначение арбитражного управляющего, доведение этой процедуры до конца. То есть кто от кого зависит, то, наверное, тут спорить не нужно. Мы зависим от тех людей. Люстраторы обнародовали скандальное видео. Они заявили, камера запечатлела обсуждение передачи денег и оказание посредничества в суде. Фигуранты видеозаписи договариваются о смене арбитражного управляющего. В люстрационной комиссии заявляют, речь идет о 10 тысячах долларов. Идет четкая договоренность, чтобы судья дал вот эту ухвалу. Идет четкая договоренность о том, чтобы был свой подконтрольный арбитражный управляющий. Участники видео, по информации иллюстраторов, говорят о страховой компании «Гарантия». Предприятие задерживает выплаты. Идет договоренность некоторых лиц, для того, чтобы, которые знают, где лежат деньги в этой компании «Гарантии», для того, чтобы в обход справедливости не распределять всем поровну, а вывести 4 миллиона, там идет четкий разговор. Сегодня дана прямая команда это дело топить, хоронить. Причем с самых высших эшелонов власти, а именно Генеральная прокуратура и СБУ Украины. Отметим, фигуранты видеозаписи – одесские журналисты и служители Фемиды. Вторая сторона называет происходящее политической авантюрой, но комментировать ситуацию на камеру пока не готова. Ольга Китик, Алексей Мраховский, Думская ТВ.